Господу пришедшу и Духу Святому на Него нашедшу. Свыше глаз глаголющ, все день изъявленный, креститесь, хочет Сын мой возлюбленный. Гряди Он, скоро мне крестите, крещением хочу землю просветите. Речи же Он, не смею, Владыко, понеже тя знаю, Бога превелика. Како возложу руку на Господа Бога, ты еси содела знамения много. Тебе вся трепещут небеса и земля, весь род человеческий от рода и в род. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Иже во Иордане креститеся изволивый от Иоанна. Христос истинный Бог наш, молитва и пречистая своя Матери, святаго архистратига Божьего Михаила, святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийские, святых и праведных Бога, Отец Иакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благен и человека любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Праздником всех поздравляю. С крещением, Господи. Ну, так и должно быть холодно на крещение, да? Конечно, желательно, чтобы потеплее было. Ну, как уж получается, да. Поэтому с верой, с благоговением и со страхом Божьим приступайте к своим процедурам. Дай Бог, чтобы Господь вам был в помощь всегда во всех делах. Здравия и спасения всем!